И снова здравствуйте, ребятушки. Здравствуй, Ксерокс из Тесла Сейв. Реномон, приветы, пацаны. Привет, не надо скоро, все хорошо. Я вернулся через 5. Просто песня длилась долго. Засекал? Так, что там надо делать дальше в этом Старбаунде? Я уже забыл. Полетели на Луну за топливом? Нет. Не знаю. Пойду помидоры полью опять. Меня месяц не было. Так, хорошо. Дождичка идет. Поливать ничего не надо. Так, хочу... вот эту крокозябру. Так, стой, крокозябра. Ой. Ой, подожди. А! Подожди, я не вижу тебя. Сам индесери бабле хоррор. Ошейник не надет. Так, индесери бабле хоррор. Интересно, что это? Ух ты. А, зачем сцену? Так же интересно. Интереснее. Да, картинку. Ну ладно. Я забыл. Я вот что поймал. Как его переименовать, там, я не знаю. Ну да, вряд ли мечами можно переименовать его. Пойдем со мной. Кис-кис-кис-кис-кис. Так что, мне ничего не жарить, не готовить теперь? Раз еда портится со временем. Ну, ёлки-палки. А он не потеряется, он куда-то вниз упал. Да я ж не люблю моды. Так, в общем, чё мы? Наверное, сейчас вот это дождемся, все пока созреет. Я прогуляюсь налево, пожалуй. Да, полетим в другое какое-нибудь место. Наверное. На Луну, а потом дальше. Ты не знакомься, если ищешь фрагменты ядра, тебе стоит заглянуть в эту старую заброшенную пещеру. Я заглядывал, нет там ничего. Короче, нужен холодильник. Ты в курсе, что в тебя стреляет какая-то ерунда? Или, ну, пусть стреляет. Я же искал это. Как его там? Медь. Хочу медь. Ну, Манскай на максималочку. Ой. Ты прошел третьего Ведьмака, честно, я смотрел все части, но этого почему-то не помню. Не-не-не, не прошел.
У меня такое ощущение, что я по кругу планеты уже обыграл. А, нет. Или, а, да. Сейчас посмотрим. Оп. Оп. Не-не-не, я тут не был. Да-да-да. Не-не-не, да-да-да, я тут не был. В смысле, я до этого домика, по-моему, добегал, а потом где-то тут помирал. Сундук. Угу. Сундук я помню еще. Где ж я помер? Где-то здесь тут что-то было такое, где я помер. Или залезть не смог. Наверное, залезть не смог. Мне было лень вот сюда залазить, скорее всего. Или началась ночь, и я напугался. Эх, двойной бы прыжочек. Оп. Томатами можно сытно закусить, а можно и швыряться в недругов. Ты друг или недруг? Ой. Осторожно! Там курица умерла! Куда ты побежал? Стой. Телевизор, радиатор, латы. Латы разведчика, кстати, неплохие. Но я не буду ничего покупать, я экономный, потому что. Мне остаться на стриме, идти в Старбаун строить колонию или идти в Парагон? Извините, такой вопрос, но я не могу определиться. Я тоже. Это очень сложный вопрос. Так, как бы мне отсюда не свалиться и не умереть? Ну, поздно об этом размышлять. Ладно, лягу посплю пока. Да, у него веревка там была. Угу. Да, он продавал веревки, ничего удивительного. Да и у меня веревки 5 штук вон есть. В смысле, Tesla Safe? Почему раз в месяц увидеть? Я же не раз в месяц стримлю, я каждый день стримлю. Просто я месяц в отпуске был. Ну, уезжал из города. Отстань! Уходи! Чё ты гоняешься за мной? Непонятливые штуки! Лепестки я, наверное, зря вообще собираю, они мне не нужны. Рецепт изучен растения. Что за рецепт растения? Их можно жарить, варить, парить. Кушать есть? Питаться ими? Привет, Лолипоп. Ах, я ж могу вот так ходить, как крутой пацан. А ну-ка. О, блок. А ну. Ха! Пиу-пиу. Я же медь искал. Или уже не искал. Ну все, я по кругу планету оббежал.
Так, ладно, давайте животинку оставим. Я все равно не знаю, что она делает и нужен ли ошейник. Может, ошейник нужен какой-нибудь. Собираем, короче, свои пожитки. И... А нет, не собираем. Надо дождаться, пока все созреет. Хотя, что, у меня еды куча. Какой дождаться? Пожитки собираем и поехали. Это мы будем тут... засиживаться долго. Костер нужен? Господи, что его трудно сделать? Все, улетаем. Пугало заберу. Семена-то надо взять. С чего я потом там буду? Что у меня тут? Из семян. Картошка одна. И пшеничка. Восьмая раса? Здорово. Так, картошечку я забираю. Морковочку. Давай. Так, это у нас... Не знаю, что пригодится. Пригодится. Так. Пшеничка. Ну ладно, давай. И пшеничку заберем. Ну все, полетели на Луну. Там добудем себе топливо. И полетим... Не знаю, куда, какая разница. А где мы сейчас? А, вот здесь. Ну вот сюда, например, смотрите. Парлети Фронтир 3. Еще одна луна. Топливо, да? Угу. Только вот меня смущает без атмосферы. Что, я сразу задохнусь и не успею ничего собрать? Сейчас проверим. А может сюда уголь просто запихать, да и все. И долетим. Ну, растения запихаем. Не? Воды. Не. Панцирь. Ну, как хочешь. Не, уголь тоже не хочется. Так, главное, если умру, ничего не потерять. И как я намереваюсь это сделать? Ой, действительно. Ну, ладно. Вольфрам есть. Пустынная местность, населенная редкими животными и кактусами. Зона посадки безопасна. Избегайте несчастных. Несчастных? Песчаных? О, кстати, я вот это могу. А, ну дальность.
Вот скорость обработки материи на 100%, вот это неплохо было бы улучшить. Мне... А может, я уже собрал? Нет, 6 штук. Еще 2 надо. Да, я угнал паровоз. Здравствуй, пловец. Ну, побегаем по пустынной планете. Кактусы вот есть. Ну, типа на ноль топливе можно летать в этой... в системе, в которой находишься. Но вот дальше уже нельзя, а здесь можно. О, что это такое? Клювник. Клювниковый хлеб. Добуду себе уголь. Ой-ой-ой, кушать хочется. Сейчас покушаем. Еда вроде есть. Хрустящий клювник. Пей, сачок. Сачок полезный. Адекватные? Адекватные. Не кусаются. Опа-на! Опа-на, ща мы залезем. Здесь никто не обидится. Проще было подкоп сделать. Да, вот это вот ковырять я долго буду. Да, пиксели — это валюта. Музончик такой совсем другой играет. Интересно прям. This old tombstone marks someone's grave. Oh, nice. Хрясь. Хрясь. Себе возьму. Вот. Спрессованные кости. Ну, мало ли, вдруг пригодятся, правда ведь? Никогда не знаешь, когда могут пригодиться спрессованные кости. Я... Ты видел, там никого не было от 3 до 10. Там куча костей лежала, ничейных. И все. Ой, ну агрессивная. Ой. Мяшка. Орел. Кш-кш-кш-кш. Ой, правда, сундук. Ну ладно, теперь разворовал. Но это меня Локи заставил. Так что, если... Ну, нас посадят, то я думаю, что его тоже надо
За подстрекательство. Ну, точнее, в смысле, его в первую очередь, да. Я даже не хотел, он меня заставил. Я спасу тебя! Привет, робот. Болтолуковица. Солдатский шлем, шлем следопыта. Слушай, я посплю у тебя в телеге. Погладь мне спинку, пожалуйста. Ладно. Нет у тебя дыхательного аппарата, случайно? Ну и сиди в темноте. Да я забываю все время про альт. Отдам подиш... Тут это, орлы напали на меня! Ой-ой-ой, ничего себе, не кусучи. О, хорош. Так, а мне прям ему слитки, да, нужны? Чё у тебя по дешевке есть? Есть дыхательный аппарат? Ротик? Ротик Варденфазер. А я думал, ротик-самолетик. Ну ладно. Хорош пулемет. Там внизу еще что-то было. Ну, вот они, это ж флориане, да? Они лежат, хиляются там. Ну, почему-то мне кажется, что они агрессивны и дадут мне в лоб, если я к ним приду. Скорее всего, больно очень. А мне ведь их просто просканировать надо. И уже маська закончилась. Сейчас бы просто местного флорианца встретить и узнать, агрессивный он или нет. Может быть, он нормальный. Опять я спускаюсь, как баклажан. Эх, чуть-чуть медные руды. Почему в базовом ремесле ничего не нового не добавляется? Какое интересное дерево. Мне кажется, по ночам она убивает детей. Вот такое вот жестокое дерево.
Маску надо наделать. Ой. Сейчас покушаем. Не пиликай. Так, где? Во, картофельную решеточку. Ого. Ну и попкорник. Попкорнем закусить и нормально. А, он чуть-чуть освещает побольше. Почему нельзя вот взять вот этот манипулятор? А, он типа двуручный манипулятор. В одну руку манипулятор, в другую руку фонарь. Все же лучше будет. Вроде манипулятор у него в одной руке. Маську. Маську. 48 много. Дайте 7. Так, что, в другую пещеру спуститься? Что смешно? Высоко лазить. Пойду копать внутрь тогда. Хотя проще копать в песке. Зачем я внутрь буду сейчас лезть? Каменистый каменюки. Да не ломай ты ничего. Сейчас вот под землю куда-нибудь закопаемся. Найдем что-нибудь. Ой. Не лезь ко мне. Взяло, укусило. Уголь вот. Ну, уголь, ладно, можно и попыхтеть ради него. Так, мне еще одну, по идее, фиолетовую можно будет манипулятор улучшить. Да-да. Я видел здесь медь! Ой, а там синее что-то. Или бирюзовое. Я не уверен, какой это цвет. Блин, голова большая. Я держусь, да. Обеими руками. За все подряд, правда.
Я Коля синий. Синий я и Коля. По-моему, это песок. Просто он синий. Бирюзовый. Бирюзовый. Сухой песок. Но он же синий. Почему его называют сухой песок, если он синий, бирюзовый? Что за глупости? О, солнышко. О, там здоровенный динозавр на заднем фоне. Красотища. Ну все. Нету меди больше. Всю медь выкопал. Капун. Ну может быть для меня важно, какого он цвет. Может я захочу блок построить не обычного желтого песочного цвета, а чтобы он был бирюзовый блок. А мне они сделают не бирюзовый блок. Будет обидно. Определенно надо на булыжники. Ой, булыжники, манипулятор улучшать. Этот ужасный камень так долго копается. Да, бирюзовые куличики. А они мне будут делать обычные. Ну вот как так? Так, тихо. Ладно, можно упасть. Только потихоньку. Собственно, а почему я медь ищу где-то внизу, не по... Ой-ой-ой, песчаная буря. Пустите! Там песчаная буря. Эти хотя бы мирные. Долой грусть и уныние. Все, согласен. О, кажется, они... Нет. А, они друг с другом воюют. Или нет? Ой. Ой. Извините, я не знал. До свидания. Дороги как медь собрал. Нет. Так, ладно, давайте поставим. Что там, где плавильня? Медный, медный слит. Так, 10 штучек. Как раз, да? Как раз же? Как раз же. Ой, отлично! Где? Полетели туда. Вот, да. Помочь? Нет, не надо. Я сам. Сусам. Видишь? Это усы. Доктор! Держите. Ты принес компоненты. Кайф! Итак... The Revoke должен быть готов к работе, но есть только один способ быть уверенным.
Что такое? Моя технология рывков должна быть надлежащим образом протестирована, прежде чем я смогу запустить ее в массовое производство. Может быть, ты поможешь мне ее испытать на полосе препятствий? Если ты готов, то только скажи, и я сразу отправлю тебя на место. Ну, поехали. Ready. The Revok. Так, а что за рывок? Подожди. Это препятствие требует использования энергетического рывка, который вы получили. Чтобы его использовать, дважды нажмите А или Д. Как ты странно бегал. Датчики засекли криогены бластерами не смертельно, но любой контакт с ними замедлит вас. Изи! Yeah, baby! I'm ready to revok! Туды-сюды! Лучше бы он мне... Ой. Лучше бы он мне двойной прыжок дал. Технология рывков отработала без единого сбоя. Замечательно, вот возьми ее в знак моей благодарности. У меня также есть и другие прототипы, которые требуют тестирования, так что навести мне еще как-нибудь. Поехали, че? Я работаю над двигателем, который позволяет совершать прыжок, находясь в воздухе. К сожалению, мне требуется еще несколько компонентов, прежде чем я смогу завершить. У тебя не затруднит принести себе? Ну, ладно, буду знать. Ну, за 10 серебряных слитков, почему бы и нет? Рывок, телепорт. 8 карточек технологий. У меня где-то были. Но у меня не 8, у меня меньше. 5. Да. О, сюда даем. Оп. Слиточки. Слиточки. Слиточки, слиточки. 10 серебряных. А сколько у меня руды серебряной? У меня серебряная руда есть вообще. Ну, не так много просто. 14. Наверное, хватит. Или они по 2 штучки используются. Ну, не важно. Так, вот. Улучшить. Брать спирт? Так, серебро. Ну и сколько? Ну да, 2. У меня только 7, считай, будет. Ладно, сейчас наковыряем. У нас теперь очень крутой манипулятор. Он может манипулировать временем и пространством, так что не проблема. Наверное. Так, а вдруг выпадут? Вот вдруг меня убьют, и все выпадет. Надо сюда сложить пока все. Пугало, конечно же, тоже. Оно очень важно для меня. Да и семена, в принципе. Так, ближайший мир. Серебро. Серебро. И покопать. Че копать? А чё копать? Чё-то надо копать. К Флорианам сбегать не хочу. Ооо.
Пошло дело. Чё не может? Чё я не могу? Но у меня прыжка нету. Поэтому и не могу использовать прыжок в воздухе. Смысл просто. Или этот, который я взял, нельзя, да? Ну что ж, буду знать. Следующий стрим, ну, завтра, наверное. Может быть, завтра, наверное, может быть. Короче, лучше всего улучшать, походу, генератор энергии, чтобы быстрее все копалось. Это 16, а если 12, лучше 16. Давай, пакетушки, Луки. Ой, все сломал. Кажется, на этой планете у меня будут трудности с уничтожением зверей. Или это я просто слишком близко стоял и поэтому не мог его уничтожить? Мирные. Вот да, скорость, конечно, это хорошо, но с моими навыками выкапывание, так скажем. Под себя лучше не копать. Кушать. Сейчас покушаю. На, картошечки скушай. Я что здесь соскальзываю так резко? Ничего не понимаю, то по 4 наносит урона, то по единичке. Да я... Ой. Хотел животное исследовать. Игра не захотела, чтобы я животное исследовал. Хотел узнать просто, как его зовут.
Так, серебро, серебро. Есть какой-нибудь анализатор руды, который бы показывал, где здесь есть что? Наверное, туда лучше не падать. Я подозреваю. Ой-ой. Вот серебро. А, не, это вольфрам, наверное. Да! Вольфрам, только я не помню, зачем он нужен. Класс. И, по-моему, для улучшенного оружия. Как далеко здесь можно прокопать? Ну, до лавы точно, а дальше не знаю, дальше я пока не закапывался. Спасибо, Сережка, да, хильнулся. Хильнулся. А то, как обычно бы все получилось. Вольфрам! Ну, причем он легко вговаривается из земли. Замечательно. Замечательно. Прекрасно. Оп. Оп. Понятно. Лучше бы серебро где-нибудь закопали. Жадины. Как я их напугал. Может, правда, проще вырываться на поверхность, чем искать обратную дорогу. Лишь бы сейчас песком не засыпало. Музыка умиротворяющая. Ну да, вот я и вырвался к флорианам этим, к чельвиафанам или кому там. Где-то они там дальше есть. Наверное, стоит к ним сходить. Вдруг у них какой-нибудь рецептик будет крафтовый, чтобы я мог изучить и делать серебро из... Ой, чудище. Ого, чудище. Тихо. Серебро из бронзы, короче, делать, чтобы я мог. Ну или из угля вообще. Смешиваешь там дерево и уголь. Ой. В ловушку попала, скотина. Сейчас я тебе... На! Ой, извините!
Так, опасность. Надо лечь похиляться. Зачем три канала запускать? Я думаю, одного вполне достаточно. Ой. Куда же сбегать? К Лориану? Сбегаю к ним, наверное. Серебра все равно нету. Так, тут сейчас темно будет еще. Надо было дождаться, пока посветлеет. Это опасно здесь сбегать. Денджерос везде вот прям. Идешь пешочком и тут хап! Из-за угла Денджерос выскакивает тебе прям в лицо. Это опасно вообще. Или быстро бежать сквозь толпу. Чтобы никто не успевал сообразить. Опа! Почти быстро. Да. Да, быстро бегать это не мое, судя по всему. Отлично спрятался. Так я зомбоящик давно уже на корабле поставил. Ой. Бляха. Ложись на землю. Я прикрою. Все нормально. Посплю так чуть-чуть. А я бывало, когда видел, что монстряка не может выбраться из дырки, просто его замуровывал. А еще туда под... Лаву выливал еще потом. Да, молодец. Вот тут что у нас? Уголь? Да, будем. Я в террарии, наоборот, закапывался на ночь обычно. Ой, квест. Чтобы меня не достал никто. I found out there's a dangerous outlaw nearby. An outlaw is on the loose. Rumor has a crafty pyramid на западе отсюда. Small pyramid на западе отсюда. Apparently he has been on the run over the since certain Lucky weapon shipment. Can you go and take him out and make things safe around here? Недартвый ренегат самурай. Ну ладно, че. Окей. В пирамиде, говорят, был. Я что-то на западе. Там. Я, по-моему, на восток бегу. Small пирамид. Так я там был. Я ж ее выкопал всю. И он теперь в ней спрятался.
А вот это не серебро? Это камушки? Так, а чем же мы этого преступника сейчас, ренегада, за крокозябра им, за ножиком зарежем? Режиком за ножем. У меня два их целых. В обе почки так. И все. И победа. Вот один вольфрам. Вот это, походу, серебро. Но я его не могу выкопать. Нет, вольфрам. Кушать? Сейчас покушаем, сейчас что-то ты... Не кричи, не кричи. А у нас ничего готового нету. Вот это да. Вот это новости. Скорее, из чем костер. Скорее, быстрее. Сейчас томаты пожарим. Или кукурузочек. Ну, что-нибудь. А что все так далеко? А у нее костра нету. Вот как не вовремя ты. Ну, придется самому делать. Кошмар вообще. Разленился. Где он? Быстрее. Рис вареный. Нет. Вот самое нормальное. Да все-все, не пищи. Сейчас поедим. Ладно, морковки тоже надо будет нажарить. Что-то мало. Все, сделаем все. Все, что есть. Без пирожки обойдемся. Так, слушай, барышня. Давай я тебе костер нормально поставлю. Че ты вот? Че ты сидишь без костра? Так вот, с костерочком. Во, нормально будет. Повеселей хоть. Так. Мазь тоже надо наделать. Да 45, да, чтобы много, чтобы ее было. Во. Мазаться, не перемазаться. Не переизмазаться. Ну все, можно на преступника идти. Надеюсь, он не сильно сильный. Люлей мне не навешает. Будет обидно. Я сдачи давать не умею. А вот он. Он с луком. Тут тебя еще не хватало здесь. Какой-то он сильный. Здорово, Ксотри, привет. Чем ГГ отличается от СК2 ТВ? Сайты разные. Так, еще одну курочку съесть и мясо. Буду сытый, будет ХП восстанавливаться. Так, надо проверить щит. Ой. Ничего себе, 80. С ума сошел, сдурел там. Дурак. Вообще, где мои бинтики?
А я ему ни одной жизни еще не... Ладно. Ну что ж, будем хитрить тогда. Будем хитрить. Так. Манипулейтер. Так. Нет, не хитрится что-то. Слева сверху на стриме логотип канала. Но у них плеер от ГГ. Ну да. А чё, нельзя? Что же нам придумать? Силой мы его не возьмем. Нужно придумать что-то хитрое. По 2 хп, да? О, ничего себе, снес ему сколько. Хе-хе, зря он отпрыгнул. Я ж теперь не достаю до него. Так, надо бы закопаться. То сейчас ночью прилетят крокозябры. Может быть, крокозябры будут его просто еще тоже жмакать, и как-то побыстрее это все дело получится у нас. У меня такое ощущение, что я рановато на эту планету прилетел. Здорово, Балубир. Привет. Привет. С едой нет. Ну, я накопил еды, наконец-то. Правда, боюсь, если я буду сейчас вот таким вот, вот этим вот заниматься, то это долго будет дело. Ну... Надо, наверное, на первую планету лететь. Хотя не, первую я по кругу оббежал, там флорианов не было. Мне вообще нужен этот. Как он называется? Шлем, чтобы дышать, короче. Я думал вообще топливо заправить. Да и броня мне нужна нормальная. Одеваться, чтобы нормально бить. Тут почти весь урон зависит от шмоток. Даже слабый пистолет будет сильнее дамажить. Ну, тогда придется, наверное, все-таки вернуться не на пустыну, а еще одна была планета там, на которую я не прилетел. Че, патроны кончились, алё?
Мы выполняем задание уничтожить вредного преступника. Крафти Юта его зовут. Похоже на Дарт Вейдер. Здорово, Фантомас. Да, у нас тут качественный контент. Как победить злодея, который выше тебя в обмундировании и по уровню, и вообще крутой очень сильно. И, наверное, ХП у него пару миллионов. А я, кроме как бегать, ну, двойным прыжком не научился. Ой, не двойным прыжком, а дэш этот, спринт. Почему он тебя не бьет лазерами, огненной магией и палками? Я, видишь, построил волшебный зиккурат. И он не смеет его трогать даже. Чё в 360? Какое-то сообщение не показалось, что ли? В смысле я читак? Просто я умею строить зиккураты магические. Я так тоже проверял, не рано ли я на землю прибыл. Подошел к прохожему. На ему в харю с фотонного отражателя. Он мне в ответ молотком в кабину. Бах! Я на Орионе первую группу оформляю. Прохожий за зеленкой в аптеку пошел. Я не читак. Я использую механику игры. А Дарт Вейдер не умеет использовать механику игры. И вообще это магический декурат. Я уже сказал. И вообще это не я стреляю, а он сам. Уп! Мидас, ты доволен? Я прыгнул. Уп! Два раза уже, между прочим. Ну я должен помочь человеку. Вот этот Ирод, он там доброму дяденьке торговцу что-то нехорошее сделал. Воровал там всякое. Хотя я мог бы это делать. Скачет, это не зюпа. Кто не скачет, тот не гриб. После сдачи квестов не забудь еще команду. Окей. О, я почти победил. Может, с лука для разнообразия у него стрелять? Ой, с лука он отскакивает. Ты чё? Блин, нифига он меткий. Я не закончил с тобой. Это я с тобой не закончил. Офигеть. Кто он прошёл? Ага. Ей! Я победил! Злодея! Кровожадного! 30 пикселей упало из него. Вау! Надо было его раздеть, может быть, сначала. Одежда какая-нибудь хорошая выпала бы. А так что-то как-то слабовато.
такой. Нет, The Last of Us я не играл, он у меня лежит непройденный, я все собираюсь и никак не соберусь. Вот. И на эту тему есть интересная картинка, написано, ну типа, тот из Марио, ну который человечек-грибочек, написано грибочек здорового человека и гриб из The Last of Us нарисован, и гриб курильщика нарисован. Вот, так что делайте выводы. Ну как пошел, так и ушел. А, ну экшон, ну да. Да-да-да, день простоять до ночи. Yeah! Мешочек с наградой. Did you put a stop to Yuda's crime spree? Great. We don't need more trouble around here. Yeah. Не, он только хочет торговаться. Он не хочет поступать в колонию мою. Монатикон Вейв Врат. Врат. Урон 13,8. Скорость атаки 1,2. Спешл Giant Sword. Так, сейчас мы... Сейчас мы... Giant Sword. Двуручный. Блин, почему тут так мало? А? А на какую кнопку переключаться? Вот. На какую кнопку переключаться? Или это только вручную делается? А ну-ка! А ну-ка! Панель. У-ху-ху! У-ху-ху! Пью. Фи, наркоманам быть неинтересно. Так, вот кто-то... О, все, я это читал. Тап, нет, X. На тап я в первую очередь сразу на тап попробовал. Так, что-то тут начинается пылевая буря. Полечу-ка я домой-ка. А зачем? Не знаю. Буду здесь использовать всякое. Испеку-ка я. Не испеку-ка я. Нет, все-таки испеку-ка я. Нет, не испеку-ка я. Все. Так, медный слиток. Ну, делаем, что есть, делаем. Вольфрамовый. Ой. 8. Делаем, плавим вольфрам. Железный. Плавим 16. Че, боже, не плавить-то? Плавим, конечно. Золотая руда. Как? Нет золотой руды. Я же ее где-то собирал. Бумага, порошок, медицинский шприц, глина, бутылка, стекло. Окей. Кися. Так, сейчас посмотрим. Так, здесь что у нас? Наковальня. Я, кстати, наковальню ни разу не построил. У меня наковальни нету, оказывается. Я вот сейчас вот... И вот деревянного верстака нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну иди сюда. Это фурнейс. И вот это посмотреть. Что у нас тут есть? Мод трэп. Attracts moth. Moth produce silk. Oh, nice. Everybody likes silk. 12. Чё? 30 энергии на выстрел, а здесь 30. По урону только, да, отличие. Вольфрам. Угу. Нить сделаем, нефти нету. Сачок. Для ловли насекомых, хочется накрыть, лови их и увеличить всю коллекцию. Уху! Да? Так, может быть, займемся
ловлей насекомых или нет? О! 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 Ну конечно, вот это в первую очередь надо было создавать. Убираем. А, не то убрал. Длинное копье. Космический корабль есть, и деревянного верстака нет. Как же ты взлетел? Я украл. В смысле, там тентакли все разрушили, и я взял корабль, потому что он стоял без дела. А как известно, если корабль без дела стоит, то нужно его брать и лететь на нем куда-нибудь. Потому что иначе корабль начинает плохо себя чувствовать, печалиться, огорчаться, и лучше летать на нем. Да. Так, значит, нажимаем минус. Вот здесь я не был. Вот здесь. Да. Да? Да. Расположено в лесу. Как раз мне туда и надо. А это вот моя первая, да? Изобильные холмы. Большое разнообразие флоры и фауны. Я думаю, что... Знаете, можно удалить. Удалить. First place. У меня там ничего особо не нету. Смысл. Сюда. Парлети Фронтиер 3. Пусик. Хрёсь. Еще я, наверное, возьму с собой питомца. Как он там? Индес Рибабли Хоррор! Я вызываю тебя! Молодец. Пойдем, Индес Рибабли Хоррор. Как же тебя переименовать-то? А можно тут пэтов переименовывать? Кто знает? Кто проходил игру? Несколько раз. 35 тысяч приблизительно. Ой-ой-ой, какая красота! Ой-ой-ой, чё это? Растительное волокно. Ух ты! Ой, какая птичка! Грозная. О, одноглазая жажа! Получи. Гавкни... Опс. А что случилось с моим петом? Ой. Так, и чего? Слезки текут. Больше не будет пета. Печаль какая. Да прям грустно. Я думал, его можно возвращать. Так нищетово. Глупая игра. Верните мне мои деньги. Я думал, собачка просто поболеет и все. А она умерла.
Зато переименовывать никого не надо, не кисни. На волокне зависни. Окей. Ну все равно жалко. Собачка. Чё лагать-то начала? Алло, игра. Ты зачем FPS просели? Проседаешь. Чё лагает-то? Ой, я сейчас помру. Упс. Залагало просто. Часть геймплея лагать? Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не. Судя по всему, да. Ух, ядрёна ложь. Полезу я в пещеру. С горя. Ребята, кто подскажет, кто расскажет, что мне делать теперь вот с этой штукой, с покеболом, который, ну, типа, в нем кто-то есть, но на самом деле в нем никого нету. Так, чё, мне ж серебро, да, надо? Не-не-не-не-не, Алиса, я про другое. Я вот про вот этот вот. Она заполненная капсула захвата, но собачка умерла. Вот. И чё мне, как её освободить? Или можно выкинуть, она теперь не нужная? Или продать за тысячу? Вот это я знаю, что капсулу захвата нужно бросать. А, хилиться на специальной станции. Окей, окей. Тогда не выкидываю и не продаю. Оставляю пока. Ну, хорошо, теперь светло-то. Так, пойду сюда вниз. О, чуть ее не подвело. Уголь. Хотя бы уголь. О, чуть её не подвело. Ух ты ж, блин. Ты чё так больно делаешь-то? Зачем? Сейчас я тебя поймаю, понял? Понял? Я тебя сейчас буду ловить. Где моя маська? Мазью обмажусь для ловли покемонов. Все понял. Все понял.
Че, будем биться сейчас с тобой? Хрясь, хрясь, хрясь. Так, все, тихо. Салась. Подай, пожалуйста. Че, дед, трудно что ли? Выпал у меня. А ошейники для чего нужны? О, еще Алиса. Привет, Алиса. Хотел поменять скин персонажа через чит, случайно удалил миры, а там планетка полная огородов была. Ой, я тогда не полечу на станцию, на спецстанцию. Ошейники апгрейды на пета. А я думал, чтобы переименовывать. Значит, переименовывать нельзя, да? Обидно. Хотелось переименовывать. Назвал бы собачку Балубир. А потом поймал бы медведя и назвал бы его Алиса. У меня кошку звали Алиса. Жалко. Так, маськой помазаться. Оп. Далее, что у нас тут? Сам Индес Рибабле хоррор тоже. А как их, ну, чтобы они не анкноу были, а кноун? А, на самом деле та же самая. А, да, я что-то Гудгейб и Эскадвач. Да. Назвался груздем, полезай в кузов. Дяденька, вы чё, маньяк, и отвезёте меня в лес? Ах, ты ж ёлки. Я не хочу в лес. Привет, злая нога! Я отдыхал. Она у меня потолстела, но уже похудела. Маленько. Я же не толстею. Я дедушке объяснял это. Он кормил-кормил меня, кормил-кормил. А все без толку. Я никак не поправлялся. 60 набрал. Ну, то бишь, 4 килограмма за первую неделю набрал, и все, и больше не смог. Больше в меня не влезло. Так, а чё я? Я отсюда пришел разве? Ух ты, там угля сколько. Да, какая-то странная планета. Почему она лагает? А здесь нельзя поставить что-нибудь там? Почему музыка так тихо? Так, обучение пузыри диалогов и весь экран. Управление. Ну там, понизить анизотропную фильтрацию. Убрать сглаживание. Там, я не знаю, этот FFXA там что-нибудь изменить куда-нибудь. Вот такие умные слова знаю, не знаю для чего они, но просто уровень пририсовки поменять там. Так обратно я не на поезде ехал, обратно мы ехали на машине. Никогда больше не поеду на машине. Но если бы мы ехали нормально на машине, в том смысле, чтобы останавливались нормально, отдыхали там в кемпингах, я не знаю. Или хотя бы в палатках спали. Ну, правда, бы и ехали мы при этом дня 4. Так, мы за 2,5 суток добрались. Но, блин, это было жестко. У меня ноги так никогда не болели. У меня до сих пор колено болит. Ой, музон пошел. Ох, красота.
Ой, мои уши кайфуют. Они так довольны сейчас. Да, Field of View можно убрать там, чтобы не лагало. Да я не знаю, может перезапустить игру, что ли? Блин, ну хорош бить меня. Алло. Сейчас вызову покемона своего. Сейчас он вам наваляет. Блин. Что-то он тоже помер. Вообще беда у меня с покемонами. Чего они слабенькие такие? Здорово, мотылек. А вы уже тут двух покемонов угробили. Но случайно, конечно, случайно. Я не специально, я не хотел. Ядрить сейчас как лупану, пока вы не сюда иди. Тут кто, как иди сюда? Да, вся энергия, правда. Фига себе мечина какой. Так, давайте я игру перезапущу, правда. Может, игра устала просто? Ну и раз решил перезапустить игру, давайте небольшой перегрипчик устроим. Схожу, чаю себе налью. То у меня газировка закончилась. Вот. Песенку сейчас придумаем какую-нибудь и вернемся.